принципе, да. Ну и как? Не очень. А уебать хотелось. Особенно за iPhone тоже. Не, ну честно, я... Мини-гроб, ты себе вены резала за лысой. Ну да. Да ну нахуй. Что я очень частенько перегибаю палку. И вы должны знать, если вы хотите быть со мной, хотите общаться. Мы все знаем об этом. У меня бывает... Да мы уже тебя все поняли. Мы уж тебя все поняли. Как видишь, нахуй, живой же ходишь. Бывает момент, когда я люблю подраться. Я люблю, реально. Любишь подраться? Люби саночки возить. Люби саночки возить. Но если саночки пойдешь возить после драки, поверь мне, нахуй. Я знаю свой косяк. Не в той теме ты получишь это, чтоб саночки возить. Да, братан, я люблю подраться, поверь. Вот я тебе говорю тоже, то, что саночки возить, ты будешь не там. Не раз пизды получал, толкуй, нахуй, не больше, не меньше. Мне один на один. Пока что, надо мазать. Это хуйня вообще. Ну я тебе говорю, что дамажу, что ли? А тебя ебёт? Ага. Вот именно. Ну реально, он дамажу, что ли? Бля, поэтому извиняюсь. Ой, господи. Одевай футбол. Извиняюсь. Тебя вон сажи там ждут, а вообще хуйню там пишут. Бывает, приклинит, ебать. Поэтому извиняюсь перед каждым. Сори. Виноват. Виноват. Да нормально. Ну люблю подраться. Извините, мужик. Ну реально, люблю подраться, ебать, как бы, I'm sorry. Как бы, I'm sorry. Попья, только попья. Только по пьяни. Нормально. Только по пьяни. Блядь, по пьяни, блядь, бывает дурака врубаем, сори. Мужики, ну реально. Стас. Заебал. Люблю. Стас, заебал, люблю без заебал. Люблю драться, ебаный. Значит, ты драться люблю любишь. Люблю подраться, мужики. Ты поделись там у себя в стриме. У тебя стрим то так-то горит. У тебя стрим то горит, а сам это. Сука, заебал. Я герой. Если что, то. Сори. Ну, самый герой у тебя горит. Сорян. Ну бывает, я приклинивай. Не читай. Сорян. Не читай. Сорян. Пацаны, сорян. Давай, занимай место. Секретное, блядь. Иди сюда, да. Спасибо большое. Слушай, у тебя есть там розетка? Вот есть розетка. Реально, извини. Что ты хочешь? Ну, я хочу дочную про это. Ну, бывает, ну, такой попьяник, когда приклиниваем. Да. Пацаны, вы поймите, да, я тебя просто поймите. Бля, слушай, я тебя... Мы на полу говорили. Что-то бывает там. Ну, бывает, такой... Очень редко происходит. Очень редко происходит, но люблю подраться, бывает. Смотрите, я там люди ждут, заебал. Хотел сегодня подраться, не получилось, сори. Оля, иди перед домой. Еще бы у тебя получилось. Нормально, я могу... Хотел сегодня попиздиться, сори. Ем, говорит, попиздилась, у тебя тут несколько раз задали вопрос. Соседочка! Привет, хочу подраться, но сегодня хотел. Где ой соседка? Сори. Я соседка терпеть. Я не терплю, а как терпеть, скажи мне? Мини-гроба ебани. Гробочка вообще в жопу выебал, вообще за радость. Мне ребята написали, Оль, иди разберись, блин. Все выключили, ничего, сначала звука не было. Это вообще какая-то фигня. Споки-ноки, Оля, спасибо. Ребята написали, споки-ноки, все это. У меня брат, блядь, спит с девушкой, блядь. Я должна уснуть уже. Мне вставать скоро на работу, через пару часов, блин. Вы вообще... Они сейчас меня провоцируют и импровизируют на то, чтобы я с вами вот явно попиздился. Вот сука. Вот вообще, вот вообще. Участник вообще, я I'm sorry, бля. Я не провокатор, да, я ничего там не... Конечно, не провокатор, вы провоцируете на полную хуйню и дичь вообще. Даже я поменяю. Что? Успокойся, пожалуйста. Успокойся. Хватит. Хватит уже прикалываться. Ты серьезно? It might seem crazy what I'm about to say. Я отрезал, вообще мега адекватно. Терпила какая. Терпила перед всем. Вот честно, блядь. Ты хочешь, не хочешь, но просто друзей нельзя в беде оставлять, вот и все. Если ты видела или слышала, я тут готова, блядь. Нельзя. Да не надо. Пожалуйста, я тебе сколько раз говорила, будь умнее, пожалуйста. Успокойся, пожалуйста. Бесит.
Не надо. Что я тебе объясню? Не надо. Ты сказал, что терпел я? Или что, я не понял? Ну нафига ты, вот ломаешь клавиатуру там, это, ну... Бля, у меня очков, бля, горит нахуй, на то, что ты... Ну а зачем срываться на людей, которые... Все, ребята, девчата, спасибо вам большое за все, я пошла. Не терпила, хотя нет. Я все, что могла, сделала. Я все, что могла, все сделала. Просто людям нужно помогать в этой жизни, понимаете? Как хотите меня так и называть. Так что все. Пока пчелы, я пошла. Пожалуйста, Юльчик, можно потише? Я очень хочу посмотреть. Да я рада Если бы я хотел тебе сказать, реально хорошо. Если бы я хотел сказать себе, пожалуйста. Если бы я хотел сказать себе, я тебе сказал бы напрямую. И сказал бы, поверь, я тебе так нахуй, чтобы ты просто охуел. Все, иначе мне, блядь, поспать не дадут. Вы слышите? Я тебе именно сказал, чисто по-дедовски. I'm sorry. А по-дедовски, знаешь, как оно говорится? Я извиняюсь. Я на хабе. Ты знаешь, как по-дедовски? Я всю жизнь на хабе. Значит, не знаешь. А по-дедовски, знаешь, как оно говорится? Ты дедовский тоже, грубо говоря. Оно говорит, знаешь, как? В основном. В основном лучше не знаю. Оно говорит, знаешь, как? Чисто сокращенно. Да ты меня. Братан, нет, интересно, один на один, это вообще интересно. Я сказал, один на один, когда ты меня заебал. Нет, один на один по пизде только пугает. Господи, нахуй. Ну если по пизде с толпой, тоже пугает нахуй. Толпой? Толпой? Да я готов выскочить с толпой один. Один на пять готов выскочить. Вот реально с толпой вообще охуенно. Спроси, какого хуя меня жрать? Просто понимаешь, как? Жарит нахуй. Ну я говорю, ты меня пытался ломать, я тоже сам что ли в пизде делаю. Если мужик у него хороша, хорош, вот уважает его, реально уважает. Он тебе не сказал собрать, я сопротивлялся. Я сопротивлялся. Я ему все сказал, я уважаю, ебать. Я уважаю, заебись, на левую голову, и на правую даже сильно. Он сильнее меня, я даже отрицать не могу, сильнее. В этом смысле, на кто-то по рукам ахаха. И заебись. Ты никто кукол. Бля, а ты-то стоял на одной волне. Пошел нахуй, дура ебаная. Ты напрягался, я просто держал на одной такая волне. Ты терпела. Я не напрягался вообще. А реплика? Серьезно? Я в похмелье вчерашнего, бля. С похмелья? Какой большой. Ой, бля, пацаны тут, бля, пацаны, заебали. Я просто держу вот так. Заебали, ну провоцируйте меня пьяного, бля, заебали, ну провоцируйте. Отвечаю, ну не провоцируйте нахуй, я дурак, пизда нахуй, ну не провоцируйте нахуй. А что ты сам себя провоцируешь? Они провоцируют. Нет, ты сам себя провоцируешь. Они провоцируют. Ты провоцируешь там реанимацию, поедешь. Честно, вот реально люблю со всем кататься. Вот реально люблю, потому что я в этом, я люблю кататься, реально, я в этом хороший, я хочу кататься. Ебанёк, извини меня, как это заставить. Он вот сюда его ставит, и я не могу. На каждую сушу найдётся своё. Малая, я пизды получал. Дело не в этом. Каждый пизды получал, господи. Дело не в этом. Я просто на одном плане не знаю. Я сегодня хотел подраться. Сори, не вышло, не вышло, не вышло. Я хотел контент сделать. Паря. Не зашло. Не зашло. Бля, все выпили, да? Нет. Нет. А что осталось? Водка. Кейсики покрутим, пойдем. Пойдем, пацаны, кейсики. Я вас еще раз предупреждаю. Бля, я сама. Я прям все минимум наверное. Стас не терпел, тебя унижает, леби уже ему. Пошел нахуй, ёпта, дура, блядь, не провоцируй на контент, нахуй. Стас не терпел, тебя унижает, леби уже ему. Стас не терпел, тебя унижает, леби уже ему. Самое главное, чтобы мужчина признал, перед вами человек извинился, а ты чё, блядь, не слушаешь? Да я извинился, ёпта. Нет, я ему говорю, что он не слушает. Я затерпел, ёбаный. Все. Самое главное, чтобы, блядь, мужик мог признать свои ошибки. Слышь, а что-то нет, говоришь, я что, свои ошибки? А ты что не слушаешь? Он извиняется, а ты, блядь, а я должен слушать, что ли, это? Какой же говно. Как он извиняется перед ним, не передо мной? Перед вами. Бля, пацан, сорян, я люблю драться. Я тоже. Стасян, заебал, ты и так лучший. Спасибо. Бля, главное, самое главное, не глупи. Не глупи, заебал. Я вообще, я на улице. Я тебе сколько лет? 28, да. 28, да. Знал, что ты такой хуйней страдаешь? Скоро 29. Когда? В октябре. А? В октябре.
Я старше тебя. Ты сколько? 28. Но у меня в июне днюха. 28? Мне 28, но у меня днюха в июне. Стас. Что бандура, охуела? Да ты ее и старше меня. Стас. Она такая, тогда бля, такая хуйня, что она 28 лет. Бля, редко охуеть бывает. Ну, бля, бывает, когда, бля, приклеивают. Люблю подраться. Юля, ну любишь подраться, померь нахуй. Это весьма не пиздата. Я всю жизнь дерусь, как ты думаешь. Серьезно? Да хуя выживший. Точнее, как тебе сказать-то? Да хуя с кем дрался-то? Кто выживший выйти? Посмотри на мое лицо. Ну, сломанное. Да это хуйня. Пересечённые лица. Охуенно! Чё, слабенько, да? Пересечение, нахуй. Сюда смотри. Что думаешь? У тебя нос ровный, брат. Вот сюда посмотри, вот на эту косточку, видишь? Ты видишь, он ровный, серьезно? Чуть-чуть, ты думаешь, мне нос пила? Чуть подчиняется. Реально, тебя нет такого. Ну, потрогай пальцы. Есть пальцы? Да, блядь, попробуй. Ну, чуть-чуть. Потрогай мое. Блядь, ну, контент. Малыш, ты когда последний раз? Заяви, братан, контент. Да, знаешь, что было все? Ты, блядь, только терпишь, и нихуя себе. Ты ёбаная чёлка, а ты терпишь. Тебя не когда последний раз твой черешни был? Твои понты. О, черешни у вас вообще не адекватные. Ну, я тебе говорю, когда последний раз? Пачаны. Попиздим. Оу, тогда вот тебе, сука, вообще не повезло. Я был в спортзале в нашем, блядь, на хайме. Так, подождите, я же лысая. Вот ты сходи в черешню. Одна хуя. Как в смысле, нахуя? Я подрался. Подожди, кому ты где подходил? Можешь видео? Ну, она. Где чё? Там моя, короче, здесь. Ты чё, в челочке не так, чё? Куялся, да. Вот там, я там не успеваю смотреть. 10 человек, блядь, меня просто топили, нахуй. Рот, нахуй. Чем закончилось? Что они пошли? Моя жизнь, моя правила. Чем закончилось? То, что я выпил того, кого я хотел. В очко, нахуй. Просто я... Ну, мало ли, молодый для цвета. Я просто опустошил. Не уйду? Это мне, блядь, убили, блядь. А я, блядь, дрался с ним в соло один. Йоги. А? Так тебя 8 человек било или 1-1? А? Я 1-1 изначально. А тебя, блядь, мясной валяй. Порол его. А потом мне предъявляют 6 человек. Когда я там лежу и топлю вот так вот в лом, нахуй. Я тебе просто, блядь, дала то, что я ей достала, там тебе просто... Слышь, блядь, ты не охуел. Ты пошел нахуй. И они меня, пока я с ним борюсь, 1-1. Ебашь сверху такой, ебало. Толпой. Видео есть на YouTube. Когда смысл баню к стенке. А ты не можешь спорт. Там все. Все, видео есть. Давай, блядь, вам можно. Я как-то не собирал. Не надо. I'm sorry, бля, пацаны, извините. Ну, бля, меня переклинил, ебать. У нас заебал, бывает. Бля, все, смотри. Не надо с тобой говорить. Ну, реально, люблю. Заебал все, любить не надо. Любить не надо. Люблю пизды получать. Люблю драться и пизды получать. Ничего не принимал. Драться любишь, я же тебе говорю. Серьезно. Давай на выходные в черешню. Какую пизду? А что, ну ты же драться любишь. По пьяни. По пьяни, ну. Нажремся нахуй. Короче, слушайте сюда, нахуй. Черешня в пизду поставлю. Чтоб ты все черешня в пизду. Ну и пляди, ебали. Спасибо, не должно. Лысая, не лысая, блядь. А, так слово вытягивай тоже. Вы ебанутые. Ебаленькие, нахуй, чтобы вас закрывали, блядь. Что, думаешь, я там всех... Я наоборот подойду, пацаны. Вас... А я чё, блядь? Гребсти это не должно. Я наоборот подойду, пацаны, скажу, что слышите, пацаны, ебали. На себя все посмотрите, блядь. Давайте выпьем, давайте выпьем. А потом уёбывайте. Давай, заливай. Всё, а чё? Ну, блядь. Сам водка. Там ее уже нету. Вы заебали. Вы себя не уважаете. Нет, до пизды, я теряюсь даже спокойно. Сорян. Базара ноль. Я вот эту хуйню читать не собираюсь. Мне похуй. Нет, нахуй нужно. А что там происходит? Ну,
небольшие. Господи, да кого ты, господи, ты что тут? Гопота, да. Черешню тоже, блядь, как бы благословляющая. Чуть-чуть выпил, братан, и все, что происходит? Вы с ними пошли? Нет, да, не у всех. Не у всех. Ну, не у всех, ну как правильно. Я себя дохуя уже. Заебатый есть для отдыха. Я вот что, другой клуб пойду, я дохну. Ну, реально. Я им сори. Ну, я так понимаю, что я могу... Я какой, например? Ну, реально, у меня и так... Меня довести за суицидом? Сегодня я взорвусь. И даже выключила стрим у себя на телефоне. Бля, бывает. Ну, как? Потому что... Ну, а почему их не закрыл? Я спал. Шмара ты, который этого пишет. Ну, это не вот Карина. Юля, тебе как всегда везет. Сейчас не проблем. Просто хочешь в пиве? Больше. Я говорю, Карина, вот я у нее тоже спросила, я говорю, а как вам деньги забрал? Не проблема. Почему? Уже хуй пиздан. Шалава колхозная. Приятно слышать. Сделаем как за комплимент. Да, два слова не может связать. В этот... Знаешь, да, блядь, не получилось у меня сейчас два слова связать. Тебя либо выгоду, либо что-то ценное. Не больше, не меньше. Все люди, которые с тобой общаются, слушайте, я стример. Тебе либо хуимер, отъебись! Я с подписчиками общаюсь. Хуищиками. Да, потому что это хуя все выебистые, блядь. Чего ты? Люди выебистые, блядь, полконченые твари, блядь. Скажи, понимаешь? Ты будешь знать, сколько подписчиков. Да они, блядь, сдохнут, дай мне. Я, сука, я вот этих людей и, сука, не уважаю. Потому что, блядь, это... Это я знаю. Именно, бля, братан. Я знаю. Поэтому, бля, я что говорю? Понимаешь, что это нормальное общество. Вот. Я понял, что он нормальный пацан. Мудак. Он нормальный пацан. Я? Да. Он, ты, он. Кто-то там подтвердил, что ли это? Нет. Быдло баба. Понимаешь, я быдло баба. Ребята, вы что, поняли, что вы, блядь, отдыхаете, блядь, сука, хорошие ребята. Хорошие ребята.